Minecraft на данный момент ламповая человая игра, которая не предвещает никакой опасности и страха, как это было годами ранее. Ну, в этом ролике 7 отважных мужчин и подписчик, который победил, кстати, в конкурсе бустеров на моем бусти аккаунте. И мы все попытались выжить 100 дней в самом страшном Minecraft хардкоре. Я создал жуткую и пугающую сборку, где абсолютно везде нас будет поджидать мистика и кучу страшных существ. От них невозможно нигде укрыться, от них невозможно нигде спрятаться. А также у каждого из нас всего лишь одна жизнь и одно право на ошибку. Если ты попался на этой ошибке и умер, то в течение одной минуты твои товарищи могут тебя поднять. Но если они не успеют это сделать за выделенное время, ты вылетаешь из этого мира навсегда. И твое выживание на этом будет закончено. А также в этом ролике для вас будет нестандартный эксклюзив, который, думаю, вы не ожидали увидеть на моем канале. Но я вас уверяю, это лишь малая часть, что вас ждет в этом видеоролике. Я рад приветствовать вас всех в рубрике «Самый страшный Майнкрафт. Четвертая часть». Ну а я не буду вас долго задерживать. Погнали уже начинать это безумное выживание. Погнали! Сзади, посмотрите на рот! Сзади! Пацаны! Сзади! Ребята, помогите! Что происходит? Что происходит? Короче, друзья, приветствую вас всех и рад приветствовать вас всех, целых 8 человек в самом страшном Майнкрафте, часть 4. Сегодня с нами даже один из подписчиков, который выиграл на бусте, а также вся моя команда и не только какой-то вообще лишний один есть. Это я новый подписчик, я могу, ура. Виктор Соло сразу же покинул игру. Сзади, посмотрите на рот! Да, все, бегите, мы на хардкоре! Мы на хардкоре играем! Тихо, не умирать! Нам пи***, нам пи***, пацаны, я до пи***. За мной! Почему? Что кто сдох, ты тут сдох. Wake up, wake up, wake up, wake up. Берите еду. Сразу хлеб взять всем, чтобы да, разбегаться. Да, берите еду, пиздец. Берите еду быстрее. И у кого что в инвентаре есть, тоже удалите сразу, чтобы. У меня серый экран сейчас. Все, взрываемся сейчас в шахту. Вы поняли, ну, вы видели, что? Пойдемте куда-нибудь, вот в шахту эту, пойдемте. Блин, друзья, короче, самый страшный Майнкрафт начинается. И это действительно, друзья, одна из самых страшных сборок, которые я только делал. Помолчим. Помолчим, может? Да я тут с подписчиками общаюсь просто. Просто. О, подписчики, подписчики, привет. И, подписчики. Да. Мое дерево. Мое дерево. Мое дерево. Это, короче, друзья, это самый, наверное, масштабный пока что сейчас ролик, но пятая часть будет еще масштабнее, если вы наберете под этим роликом, ну, хотя бы 3000 лайков. Да, я обнаглел, конечно. Лучше 5000, конечно. Дугофи, сколько лайков на этом ролике надо, чтобы пятая часть вышла с тобой именно? Ну, косарь. Косарь. Маловато, конечно. Ну, косарь. О, косарь, косарь. Косарь так, для меня. Ребята, делаем убежище хотя бы какое-нибудь, потому что без убежища долго мы не проживем. Вы уже это видели. Башенку вверх. Не-не-не, что-нибудь внизу, какую-нибудь пещерку. Сейчас, потому что ночь начнет, и все, это ГГ. Давайте копаем, далеко не разбегаемся. Копайте, копайте, я подсосу. Пока ночь не настала, просто загораживаем все, чтобы к нам монстры не могли. Мы друг друга бьем скорее. Давайте два тут шахтера будет, а? Давайте, двери делаем. А лучше калитки, калитки, они через калитки не пройдут. Ток не моча, тумба-юмба, ча-ча-ча.
Йоу. Что за роль? Не там КПшка. Типа анекдот смешной, понял? А ты сейчас в лобби отправишься, понял? Тихо, пацаны, тут и мы, а друг за друга, Чингачко, все мирно должны выживать. Ночью нас просто здесь так чпокнут, это вообще, наверное, жопа будет. Но зато интересно, очень интересно. У нас еды, провизии на одну ночь в бункере, и все. Так, что-то меня звуки уже не устраивают. Мне кажется, на пора прятаться. Освещайте территорию, сейчас какой-нибудь бабайка появится, и все. Бабайка? Тут бабайка? Нет. Они могут камни ломать, они же могут ломать. Нахуй нам это вообще-то? Когда что-то защита у нас всем. А, ну, то есть вот, ну... Это они могут ломать безопасно. Камни, но вот они через вот здесь не войдут, то есть. Вот так это нечестно вообще-то будет. Закрыли. Кто снаружи? Ну если нечестно. Витя. Надо прорыть путь отступления еще отдельный. Витя, впустите. Тихо. Вы слышите этот звук? Тихо. Какой звук? Нет. Песенка началась. Тили-тили-бум. Закрой очко скорее. Кто-то друг. За окном стучится в двери. Мне кажется, мы долго не проживем, но надеюсь, цель наша 100 дней мы выполним. А где Витя? А Витя снаружи. Он говорит, ему похуй, мужик. Витя опасный. А, он тут это, декор делает. Ну, кстати, правильно, надо вот так вот. Чик. Короче, народ, смотрите, я вам показываю, как надо играть один раз. Смотрите. Вот смотрите, я ставлю вот так вот, да? Смотрите. Вот так вот делаю, опа, смотрите. И все, и короче уползаем просто отсюда потом, вот так вот. И все, до свидания, парни. И в могилку, да? Не-не-не, все, я тут в один блок от вас буду уползать, и все. Витек, вот здесь люками закрыть на... Все, бежим! Быстрей! Застраивай! Бля, Макс, пусти меня с собой, тут страшнее. Не, все, я вас предупреждал. Я тебя застрою. Идите в жопу, я мне сам. Три стены строим. Все, жить, пацаны, до утра. Все сюда, все сюда. Пацаны, я к вам. Его тут уся реально. Я к вам, пацаны. Гачи. Все, давай. Тайный ход. Понимаете, я единственный, кто об этом задумался, как надо правильно. Не, ну кстати, слышь, это укрывалка хорошая, причем. Ой. Ой, ребята, тихо. Это кто? Это аномалия. А, ну это хрень, ладно. Сейчас какой-нибудь somebody watch будет. Тихо! Бегите! Закрой! Ебать! А кто там? Это Козлоёб громкий! Козлоёб! Не-не-не, его нету. Да он! Не открывай! Ты идиот! Сейчас всех нас загасят. Ты чё хочешь, убийство сделать? Крипер, тихо! Он нам сейчас тут ультанет и все. Ой, я уйду лучше. Я, короче, слышите, что? Я забегал в бункер, когда уже было темно. Я вам сейчас такую историю расскажу, вы просто в шоке будете. Я выбегаю, у меня с двух сторон появляются какие-то глаза просто непонятные, которые на меня смотрят. Молния долбит сверху, и, короче, огонь просто загорается. Я просто к вам побежал. Понимаете, у них что там сверху. Там просто давайте тут всю игру сидеть, хули мы дурью маемся. Мы за вами смотрим. Макс. Не, я к приключениям вперед. Чё там? О! Это кто? Крипер, отойди! Взорвёт. У меня даже этого меча нету. Чё, слабо на мужика? Иди, выйди, давай. Иди. Слабо на мужика давай, кому-нибудь, иди, на Цуйфа. Дай в чат, иди, на Цуйфа, давай, в чат на Цуйфа. Давай. Сейчас, давайте. Кто проигрывает из нас, тот выходит, давайте. Я на счет 3 скажу. 3. А этот не написал. Я написал, у меня... Ты с палочкой, блядь, написал. Пика бубуши до Хэллоуи. Фулио. Бай. Я постоянно с Трэвисом как Ди. Там глазки страшные. А, Сиренган. Ой. Бегите! Блять, еще хуже! Беги! Там это двух-четырехногий. Да я не очковал, я просто страховал. Макс чисто.
А чё вы сюда пришли ко мне? Как бы... Нам кровати нужны. Чё такое? Там звездец, там звездец, там это черно-белый. Витя, ты чё, бесстрашный что ли? Идите там куда-то. Блин! Ползи, проползёшь! Ползи! Ползи! Закрывай! Поднимай! Бедолагу! Хорошо! Всё, уходим! Он сейчас забежит, заходим! Он ломать может! Витя, быстро! Витя! Да похуй, Витя! Нормально! Отхил, мужики. Вы чё, петухи? Он, короче, я пытаюсь ползти к вам, чтобы спастись. Давай. И он просто отталкивает меня от вас. Ты уверен? Я слышно, Олег? Короче, смотри. Да. Мы сейчас пацана не поймём. Пёс меня отталкивает от вас. Короче, надо, два пороха. И взорвать их нахуй. Пошли искать песок. Не-не-не, давай утро. Тихо, у вас скример есть? У меня на фулл экран скример. Короче, смотрите, план. Добываем каждому на железку. Давайте железо идем добываем. Все в шахту. Просто сейчас такой жесткий тут это будет. Что такое? Кто меня звал? Да, друзья, я не знаю, как мы проживем все это время, но надеюсь, уже весело. Мне очень интересно это записывать. И даже вы сможете попасть в этот очень страшный Майнкрафт, в пятую часть. А пятая часть, надеюсь, будет особенная, потому что, возможно, мы сможем сделать собственный страшный мод, который, вы просто не представляете, ебаба, что это было сейчас. Просто не представляете, какого уровня этот мод будет, а уровня будет величайшего, как и мой канал, конечно же. А попасть вы сможете, когда будет розыгрыш следующий на Бусти, и бустеры, которые в определенную дату там купят подписочку, конечно же, вот как Хаято, смогут участвовать в ролике, и чётенько все будет, все чётенько. Этот розыгрыш, кстати, вот на Бусти, ё-моё, я его первый раз сделал, 3 раза перекручивал рулетку, чтобы победителя определить. Вот 2 других победителя, которым я написал, они даже не ответили, они не заходят на Бусти, они, ради сборок, что ли, только скачивают, я не понимаю, зачем это, но... Они профукали очень хорошую возможность поучаствовать в легендарном ролике. Ну и надеюсь, вы уже там лайк, подписочка, комментарий все оформили. Не зря же мы стараемся. Так вот, кстати, уголь надо добыть. О, утро уже! О, ребята работают уже. Сзади горит дерево. Лес тушите, лес. О, Витя, что выпало-то? Нет, тебе там какой-то... Бэггэдж. Чё? Шапочка? Какая-то. Шапочка выпала? Второе. О! Король обезьян. Дай-ка мне. О, макак? Глаза. Макак. Чё? Физароли убили. Поднимать. Он на нашей базе был. Физароли. Ты где? Он там, блядь. Физароли. Вон он тут. Он в другой шахте. Скорая помощь. Вот он. Ловите его, помогайте. Тихо. Поднимай. Пытаюсь. Он исчез, подняли? Нормально, нет, я поднимаю. Нет, не поднялись. Хорошо! Все, все нормально. Ребят, на улице эндерменская хрень. Черный с белыми глазами. Все, не вылазим, пацаны. Мы сейчас чуть не потеряли одного. Вовремя скорая помощь сработала, это вообще. Как он умер? Короче, он выбежал из той дальней пещеры, где все освещено, и забежал ко мне в пещеру. А я говорю, он может в любом месте, он прямо у нас на базе может заспавниться. Да, Гофи, как тебя жизнь помотала так? Да я охуел, надо во все стороны глядеть просто уже. Ребята, страшилки проделки. Чтобы он не заспавнился. Пацаны, за мной пошлите. Железо делаем. Че? Общий сбор. Убить нас хочешь? Нет. Ух ты, вот это... Блять, мы не сбежим.
пацаны, заходи, заходи, быстро, быстро, быстро. Пацаны, путь отходов прокапываем. Прокапываем. Он исчез? Пошла, Не-не-не. Бля, его тварь. А, нет, не исчез. Нема тварь. У нас еда заканчивается. Мы в безвыходной ситуации. Она там? Она вроде не пропадает. Пацаны, нам надо менять локацию. Собираем вещи и через другой ход убегаем. Давайте. Давай, это ты копай это самое. Да я копаю. Я копаю. Не надо, дядя. Мой отец не учил меня не стесняться этого. Витя. Алло. Алло, петухи, бля. Ты чё? Они за... Ты чё? О. Ой, бля. Ой, бля. Ой, Амиго, кто тебя бьёт? Чё, вы чё делаете? Панканы? Чушпаны. Троллинг в Майнкрафте, бля. Разъезд. Блядь, у меня кирка сломалась. Ты, сука, ебаный. Да, у меня кирка сломалась. Вы чё, суки, панканы? Чушпаны. Троллинг в Майнкрафте, бля. Разъезд. Блядь, у меня кирка сломалась. Ты, сука, еб... Да, у меня кирка сломалась. Оп, сосать, сосать. Он выбежал. Сосать, сосать. Мышку забили. Чё там? Я твою маму знаю, с***. Тра-ла-ла-у, тра-ла-ла-у. Сосать, негры. Ох, еба. Помогите. А ты где? Я Амиго, ебаный, ты назад, блять, умеешь смотреть, дура. Броу, поднимаю норм. Бегите! Да ну нахер, пойдемте в шахту обратно, да все, в пизду. Понимаешь, нас не резнут, если нас воткнут. Ночь наступает, Витя. Еба, это что? Витя знает, что делать. Это что? Мужики, сюда всех. To penis? Original cam? Миракса убили. Мужики, давайте здесь застраиваемся, чё? Мужчины. Снизу нас есть какая-то штука. А там какой-то данж снизу должен быть. Кто-то воет. Мне интересно пройтись. Ух ты, бля. Ну страшно выглядит, вот. Виктор? Страшно выглядит, да? Блять, что это за пиздец? Все, давай, пока. Аджари гаджу. Застройте! Как выйти? А! Пизда нам. Пацаны, поднимайте. Убегай, Анатьку, поднимай! Сюда, все ползите, сюда! Витёк, а у нас чё с ями, ты не знаешь? Нет, а чё? Смотри, он как будто не свой. Бля! Бежим! Куда бежать? О, Люх. Ай! Хайт! Блин! Еба, все выжили, я в***ю. А прям взлетела сюда. Как мы выжили? Ты чё за хрень? Я стоял, я посмотрел на неё, и она сюда. Там вся. У нас с едой сейчас проблемы. Нам надо деревню вот сейчас на утро искать деревню. Поэтому ждем утра. Чё молчишь? Он просто хочет и молчит. У него шок, походу. Ями, нормально? Что ты на меня так смотришь? Не надо. Витюша, расправляешься со всеми? Алло, да. Алло. Дай пожрать, я только что чуть с высоты не разбился. На.
А меня слышно? Да. Я Витю не слышу. Я тебя слышу, Витька не слышу. И других, кстати, не слышу. Откуда у него TNT, нахуй? Он сейчас базуку просто достанет, будет этих ебать. Так, все, друзья, мы продолжаем. Я тут немножечко и отходил, и развитие все идет. Развитие идет. А мы, кстати, где? Вы где закопались? На букву Э? Да. В Дискорде замучь. Кто сыт, блять? Банку сыт. Вот такое вот выживание пока что у нас получается. О, уголь, добывай. Мы с тобой здесь одни. На что намекаешь? Ты на что намекаешь? Откуда ты нахуй взялся? Опа! Ебать! Ты дуб***! Что сейчас было? Кто воду разлил? Чё уеб***? Это Витя въеб***? Что ли, дебил? Да, я слышу его смех где-то. Чё? Сука, ёбаный Робби злобный, блядь. Пойдём ему пизды дадим. Робби злобный. Алло. Ты где? Я здесь, кролик. Где он? Еба! Пацаны! Пацаны! Блядь, я ничего делать не могу. Пацаны! Блядь! Пацаны! Подожди, ёбер. Блядь, там эта хуйня забежала. Хватит тут тоннели нарыли. Кстати, у меня семена еще есть. Черт. На, еще семена пшеницы. Блядь, беги, блядь, Ар. Хотя стой, вот так вот. Твари ты ебучая так. Блядь, он полз, зачем мне? Ебать. Живи! Она там еще? Я, не, вроде нет, хотя не вижу. Что происходит, блядь? Оно, я просто поднимаюсь наверх, думаю, мало ли кто-то остался, и просто она на меня бежит. Ты тупая? Чё? Чё такое? Он сваливается туда, такой, упал, упал вниз. А как он выжил? Да хуй знает, там крипер. Ой, баба, да. Сюда! Ну, пацаны, давайте сюда все, чё ебать? На мужика. Если умрем, все равно уж 100 тысяч дней прошло. До гофи ты меня испугал. Да похер на Витю, блядь. Так, я тут сразу себе кибиточку строю. Иди нахуй отсюда. У кого верстак есть с собой? Можешь кто-то верстак сделать? Пошел нахуй. Я могу. Я могу. Макс, ко мне. Ты что, собака, блядь? Тихо, чё вы в мою дырку-то забились сюда? Это все, блядь? Это теперь наша дырка. Расширяйте ее. А, скелет! Алло, тварину, мою дырку отдай. Привет, я могу. Это больше не твоя дырка. Вот теперь это моя. Теперь наша дырка. Пугался? Нет, мне вообще пугался. Ебись отсюда, свинья ебаная. Почему моих подписчиков оскорбляешь, не понял? Ты ебанутый? Да, свинья, о, подписчик, привет. Нефор ебаный пошел. Вот, смотри на меня, ну я кто? Тебя в комментариях сожрут. Ну, спасибо. Каких это пор меня будут чимить за чушпану? Троглодит. Где? Бегите, бегите, бегите! Троглодит. Я быстрее бегу. Толпа бежит чисто. Ребята, моя дырка, твари, не толкайтесь. Моя дырка, моя твоя мама. Пизда, мужики ёбнули. Я его толкаю. Поднимите меня. Жить. Я его отвлек. Поднимите яме. Все, ништяк, я жив. Здорово, мужики. О, привет, Амиго. Я хотел тебя спасти. Так бежал. Да. Этот вообще там за стеной спрятался и ржет, сука, прикинь. Динамит ему туда захерачить надо. По-моему, сейчас что-то заспавнится очень страшное. Пойдемте в ту сторону. А, вон он, смотри наверх. Где? Вон. Видя. О, Виктор! Тебя столько не было. Ты че ебанулся? Где был? Его и не слышно еще даже. Десант. Витя, скажи хоть слово. О, здорово. Кто Витя, динамит привет, взорвал, кто, чмо, блядь? Кто динамит взорвал? Ой. Давно не виделись, спасибо, друг.
динамита нету. Я его нашел лежащим, я его кормил, отпоил. Я не Ой, блядь! Че там, глаза, глаза просто? Глаза, глаза. Да это похуй. Да, Марин, нет. На мужика на глаза. Ай-яй-яй, испугаю. Закрой. Блядь! У меня все свернулось на я, блядь. Поднимите. Епа. Че, глаза, да, пацаны, глаза, да. Были глаза, потом стали. Были, да. Ой, да? Блядь! Ты ебать, нахуй! Дай еды, дайте еды, дайте еды. Ебать, пустите меня, пожалуйста. Физароли, ползи, физароли, ползи. Ты че за хуйня? Дайте еды! Витя все разломал, урод! Убейте Витю! За что, сука? Витек, есть еще еда? Блять! Ведь у меня лосось одна осталась, но у меня 3 хп. Хрень. Ой, пизда нам. Ну почему на меня-то, ёб твою мать, ну? Надо сейвить как-то. Поднимай. Всё нормально. Поднимайте, я мужики. Нормально. Все нормально. Поднимайте, мужики. Нормально. Ух, ебать, блядь, там пошел. Еще. Понятно. О, глаза какие-то вижу. Бегите нахуй. Не, можно не идти. О, я мигал, я так бежал к тебе. На мне плохо. Сейчас опять эта тварь Ух ты, бля. Опять я на том же месте сдох, блядь. У меня резнуть. Ребята, успеете? Так, Макс тоже рипнулся. Давай, надо спамить. 20 секунд, 30 секунд. Ребята, помогите. Ребята, о, привет, я готов. Я живой, я буду жить, бля. Меня не кинули. Ух, что еще? Макс тоже сдох. Макса поднимай. Да он... Ух, ебашу. Ой. Тоже, да? Скрим. А где остальные, кстати? Виктор сдох. Витёк. Я говорю. Просто орём его. По факелам. Просто тебя поднял, я не знаю. По факелам, Витя. Там никуда нет. Тогда наверх идём. Блять! Сука, я твою душу мотал. Мою, а я чё? Я в тебя, меня отпихнул. Мы его не найдём, мы сейчас умрём тут. Сука. Да похуже. Витя. Бля, его, надеюсь, поднимут. Ебать нам пиздец. Ух ты, я жив. Я мигол. О, блядь, другой тоже застрять. Да, блядь, тут... Ты, блядь, зря ко мне тэпнулся. Витя умер, я так понял. Макс. Иди в атаку. Ой, я мигол, привет. Ребята, ура. Привет, я мигол. А, у тебя лук есть? Чё, хуя? О! Понял, принял. Это кто? Понял, принял, да. Ему пизда. Бля, мы его не спасем. Это кто? Ебаная обезьяна, блядь. Макс! Пизда, забей хуй. Мы его не спасем никак. Да невозможно. Максик, нет! Ёбнуло. Максик! Нет! Это кто такой? Нет! Макс, просто держись. О! Помогите! Успею. Да, успеешь. У меня 30 секунд еще, нормально. Я отбегаю, отгоняй, давай, блядь. Отбиваюсь. Ебать, это что? Ты видел? Это Стив был. Я охуел. Да, это какой-то Стив растянутый был. Парни, я без еды остался. Ух, блядь, я испугался. Даже броня Виктора от этих троглодитов не помогает. Вот если мы сейчас туда придем, и там будет Виктор, это будет пиздец. Они уже выбрались, походу. Думаешь? Нет, да. Они выкапывали? Нет. А, нет, вон там кто-то есть. Мужики! Все живы! Вот они. Все живы? Все, да. Витя, где? Здравствуйте! О, мимчик, похер на него. Да пошел нахуй. О, Виктор, привет! Застройтесь, блядь. Блядь, вы ебанулись. Витя, дурак, мы на твои поиски пошли и чуть не подохли втроем. Да. Не, я был жив, я прятался. Не, ну это правильно, надо кучкой держаться, хотя бы по несколько кучек, чтобы друг друга резать. Мы чуть Макса не решились, кстати. Блядь, еды нету, мужики. На тебе курочку, курочку и тебе курочку. Все, у меня одна осталась. На, последнюю мою отдаю.
Никому не жалко. Пойдемте еду искать. Ладно, сейчас рассвет и хорошо. Оу, оу. Давай, вали ее. Гасите, гасите. Щиты используйте. Утром и щитами можно бегать. Опять кто-то бежит. О, пчелки. Пчелка уважает. Вот надо уважать их, потому что. О, все, пацаны, хата есть. Обустраиваем. Ребят, хата. Тут обустраиваем. Жрачка моя! Морковка, все, обултали. Ну че? Бля, троглодит и все съели, мужики. Ребят, смотри, что обладал. Геды, абибас. Реально, кстати. Давайте вот здесь вот делаем. Слышь, Витя, сюда, сюда. Вот тут вот, слышь, выращиваем вот тут у воды, у воды, у воды. О! Что происходит? Что происходит? Это что такое? Ебать! Вот и конец. Мы все дохнутые, пацаны, это конец! Это конец. Это конец. Это конец. Я обосрался, если честно. Я ногтутый. Все ногтутые абсолютно. Все ногтутые. Это конец. Это конец. Я обосрался, если честно. Кто-то жив остался? Нет, никто. Все здесь. Все здесь, мужики, я вас вижу, я вас вижу. Здорово. Я тоже вижу. Пока-пока, ребята. Все, 1-0. Бам. 2-1-0. Бам. Предположить, что наше выживание оборвется на такой мистической ноте. Кто нас всех телепортировал в конце? Что было за здание рядом с нами? Почему появилась куча различных монстров? На это все у нас есть куча вопросов, а ответов на них мы, наверное, уже никогда не получим. Но если вдруг вы увидели что-то необычное в этих моментах, то напишите вашу теорию обязательно в комментарии. Лично мне будет очень интересно их почитать. Ну а если хотите разгадать все тайны и попытать удачу в этой сборочке, то по ссылочке в описании вы можете ее приобрести на моем Boosty аккаунте. По самой смешной цене. А также отдельное спасибо моим бустерам. За последнее время огромное количество людей поддерживают мой канал. И я вам, друзья, всем очень сильно благодарен. Ники этих героев у вас на экране. А также спасибо этому человеку за приобретение почти что самой высокой подписки на моем Boosty аккаунте. Спасибо тебе огромное, братанчик, и надеюсь, таких людей, как он, будет побольше. А также, друзья, если вы хотите поучаствовать в ролике как подписчик из сегодняшнего эпизода, то следите за новостями в моем телеграм-канале и, конечно же, дискорд-сервере. Вся информация о конкурсе бустеров и о следующих роликах будет именно там. Так что, друзья, у всех есть шансы на победу. И вдруг в следующий раз именно тебе повезет, и ты заснимешься вместе с нами в крутейшем видеоролике. Ну и надеюсь, друзья, вы уже влепили лайк за старание, подписались на канал. Мы ведь идем с вами к цели в 100 тысяч подписчиков. И на 5000 лайков под этим роликом я выпущу пятую часть самого страшного Майнкрафта, которая, кстати, будет юбилейной и особенной для нас всех. Ну а с вами был я, Мигоу. Всем счастья, добра и всем пока-пока. До следующего ролика. Пока-пока.